Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, задание, забираем здесь наградушку, так, принять участие в ПВПшке, 3 ускорения, собрать моды. Так, а здесь у нас что? Ага. Ларек с мороженым. Ну что ж, неплохо. Так, и 15 очков доверий. И еще разок. ДНК, ДНК, денежка и единство. Повышает показатели атаки всей команды на 10%. Ну, это фиговенький такой. Главное, что очки доверия идут. Так, друзья мои, еще мы получили с вами 46 уровень. Так что надо будет события пройти именно на этот левел. Зайдем с тобой сюда. Ну-ка. Ага, готов. Ну что ж, забираем эволюцию. На суто цератопс. Поместить. Прокачиваем. Прекрасно. Так, а с кем он, интересно, совмещается? С пахицефалозавром 40 уровня. Понял. А у нас еще есть он? Есть, мы можем выводить. Но он последний, да, получается? 25 бакинских. Ладно, хорошо, пускай будет. Так, эти у нас тут созрели, да? Джесс Сянгу Птер. Блин, вот как они любят, ребята. И прям вот язык коверкаешь, пока выскажешь. Так, подожди. Давай-ка мне немножечко попроще. Так, мы можем, да, вместе их скрестить. Все равно нам нужно, ребята, их много. До 40 уровня, полюбачку. Так, здесь мы отправим Оуэна. Что я еще хотел сделать? Скажи мне, и я скажу. Так, мы с тобой не забрались, да? До конца. Поместить. Так, ну что, зайдем посмотрим, что у нас тут по событиям. Без ограничений защитить свою территорию. Плюс землетрясение и также эволюционная борьба. И опять землетрясение. Че, два землетрясения? Действительно, два. Так, и вот здесь у нас схватка на 46 уровень, где будет у нас в награду идти стегозавр. Давай посмотрим. Стегозавр... Ух, ты серьезно? Трех стегозавров, ребят, против нас выставляет. Но я думаю, что, наверное, Ютиранус. Хотя мне жалко тратить его. Наверное, возьмем велоцираптора. Так, а почему мы его не прокачали, Астафрикозавр? Скажи-ка мне, пожалуйста. Ладно, возьмем его и, наверное, Афиакадона. Поехали. Я думаю, что мы втроем-то здесь завалим этих стегозавров. Поехали. Так, тихо. Что мы делать? Атаковать? Атаковать. Это ты гаденыш. Так, ну что, мы его тогда будем... Мы добить его сможем, интересно? По-моему, сможем. Окей. Давай следующего. Явился, не запылился, да? Ну и что ты сделаешь? Блин, ушатывает он мне. Велоцираптора. Да? 982 хпшки у него. Так, ему крышка. Порвали. Так, ну что, последний стегозавр будет атаковать по полной программе, да, и мы его с тобой Афиакадоном как раз-то и уничтожим. Ну, давай, выходи. Влупляем по полной программе. Давай, родной. Все. Довольно легкое, да, было событие, но... Тем не менее, нам теперь стегозавр будет доступен в магазине. Мы можем спокойненько его приобретать. Вот он. Так, вывести, наверное, не будем пока трогать. Да хорош ты уже, иди, иди. Так, а мы с тобой начинаем события проходить. Без ограничений. Давай посмотрим. Вау. Так, подожди, это что-то как-то больно жестко. Давай вот это вот. Чего только амфибии? Ну, подожди. Любое животное... Только для амфибии.
Интересно. Птернодон, значит, а мне только амфибии, да? Ха. Хорошо придумали, ребятушки. Ну ладно, давай попробуем. Я не знаю, ребят, ну дозух справится ли. У них, понимаешь, повышенная атака по мне. Вот в чем дело. Возьмем с тобой бонусное очко. Он будет бомбить, 100% тебе говорю. Вот так вот. Ну что, тогда ему крышка получается, да? Раз, два, три. Да, ему должна быть крышка, наверное. Раз, два, три. Проверим. Замечательно. Ну что, мы его подбили. Нондазух наш обрадовался, естественно. Вырубил летуна. Да как ты меня, код 19, запарил-то уже, а? Ну вот серьезно, ну сколько можно уже, а? Так, переходим опять в схватки. Так, события. Диморфодон, две штуки. Ну я, наверное, возьму здесь, блин. Ну давай возьмем Клозуха и Капразуха. Так, а у них здесь, смотри-ка. Это же легенды, ребята. Что-то мне кажется, мы сейчас тут получим по полной программе. Ну что? Так, если он две... Он меня ушатает, да? Получается. Наверное, придется нам взять защиту с тобой. А он сейчас пробивным сделает. Угу. Он ничего не стал делать. Вот охламон, он меня обманул, ребят, надурил. Так, и, естественно, бонус. Сейчас будет прописывать. Ничего, что-то не прописывает. Блин, мне раскрываться, но нет резона, ребят. Просто нет резона раскрываться. Давай так сделаем. Так, у него тоже две защиты, да, было, оказывается. Ну, вот сейчас крышка нам. А, нет, смотри-ка. Нам не крышка, далеко не крышка. Твою налево. Может быть, все в этот, в бонусы влить, а? Что скажешь? Давай я все в бонусы волью. Ну, естественно, естественно. Так, у него 171, это получается 3 атаки. Можно по... О, он все сливает, прикинь. Он сливает абсолютно все, ребят. Так, слушай, Долдан, здесь должна быть победа за нами. Значит так, 299, у нас с тобой 8. Вот этого будет достаточно. Потом мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Иди отсюда. Смотрим. Блин, а он же может пробить, ребята. Воу. Неужели все на слив пойдет? Нет, живем. Живем, ребята, и уничтожаем. Ко всему прочему, мы этого Диморфодона. Вот что я тебе могу сказать. Все получилось просто великолепненько. Но радоваться, ты сам понимаешь, еще рано. Еще один поединок у нас будет впереди. Но, тем не менее, пока все идет шикарно. Ну-ка. Тут немножко ДНК мы с тобой заработали. Давай. Ну, здесь уже, понятное дело, мы берем диплотатора и... И оставшиеся, да? А, только двоих могу, все, я понял. Ну что, надежда вся на диплотатора. О, тут, кстати, мы сразу можем уничтожить этого охламона. Просто с плюшки. Смотри, аэротитан. Пинч. Он просто опупел, он не ожидал такого, ребята, от меня. Выхлопа, да? Так, это у нас Кеца прилетел тут. Ну что ты, Кеца, сделаешь, а? Что ты сделаешь мне? Ничего, да? Поехали. Я возьму два бонуса. Он меня в любом случае не пробьет, извини меня. Почти 1700 здоровья, а у него всего лишь 150 атаки. Вариантов мало. И вот его, по-моему, смертушка-то и пришла. Проверяем, да? Мы его пич, уничтожаем. Все, друзья мои. Забираем пак или что там, крутим рулетку. В общем, забираем свою достойную награду. Очень хорошо, но на этом поединке, естественно, не заканчивается. Еще впереди нас поджидает много что интересного. Так, получаем. И Гацегоптерикс. Такой у меня, по-моему, был.
65 очков доверия. Блин, чуть-чуть не хватает, ребята, до 10 тысяч. Ух. А такого, значит, у меня еще и не было, ко всему прочему. Главная награда лиги. Нифига себе, какой чувачок прикольный. Так, вот я думаю, может быть, нам с тобой... Что за землетрясение? Только птерозавры. Птерозавры, это летающие, да? Летающие, так, анкилозавр. Ну, в принципе, мы можем с тобой здесь тоже на изи пройти. Точно только птерозавры. Ага, хоть один птерозавр должен быть. Все, я понял. Значит, сделаем с тобой так. Раз. Два. Блин, жалко его тратить. Раз. Два. И хищника. Хищник. А, вот. И у тирануса. О, друзья. Тьфу. Ну, тут понятно, да, что ему однозначно кранты. Смотри, что мы с тобой делаем. Меняем. Жалко, атаки нету, но он ничего не сделает здесь. У него 355 хп, а у нас, извини меня, 395 атаки. Ну что он сможет сделать? Да ничего. Все, мы его рвем. Просто удар хвостом, он отдуплился. Что-то проблема каких-то с музыкой в последнее время, да? Ты заметил? Музыка просто исчезает на ровном месте. Так, ну первый поединок был за нами. Отлично, давай смотреть, что здесь. Каритозавр и опять же стегозавр. То есть мне нужно в любом случае взять одного летуна, да? Так, а первым я возьму... У меня есть где-нибудь подешевле хищники какие-нибудь, а? Да ладно, быть таком. Вот. Я думаю, этого будет достаточно. Так, Гуанлунь. Но одного-то мало будет, согласись. Нам надо будет тогда взять... Блин, ну что этого брать? Ну, не хотелось бы. Так, нам нужно с тобой что сделать? Потом... ускорение, да? Тогда мы сейчас сделаем следующее. Вот так вот просто ланочку возьмем, чтобы потом можно было... птерозавров нужно два. Тогда мы сделаем вот... Да ёк-макарёк. Ладно, так. И хищника мы возьмем с тобой одного. И это будет у нас... Вот, сфенокодон. Все. Его здесь будет просто за глаза, он порвет любого. Я вот прям сейчас салюту буду менять, и все. Давай. Воу, 47 атаки. Нет, нет, Стег, даже не думай. Даже не думай, ничего здесь делать. Ну ладно. Ну что, две атаки? Прям в лицо ему. Ага, он делает защиту, ну понятно. Всего 4 хп у него там остается. Да он запарится меня тут бомбить, если честно. Чпок. Так, две атаки, да? Раз, два. Плюс бонус. Воу, он даже не стал защиту брать. Он все очки сливает на каритозавра. Окей. Что, карита, 46 у тебя урона, 4 очка, все сливаешь. Но тебе крышка, ты понимаешь ведь? Ведь ты это понимаешь, да? Что тебе сейчас будет хана просто. Тебя просто распетрушу сейчас. Давай, сфенокодон, бомби его. Легче парень на репы. Но опять же, это не конец. Еще один поединок у нас остается. Код. Один за другим выпадает у нас код 19. Здесь каритозавр и стегозавр. Все то же самое. Я даже не знаю, ну, кого тут, блин, из летающих. Давай возьмем аэротитана. Его даже можно в конце взять. Тут, наверное, двух надо будет брать, да? Скорее всего, двух. Так, делаем с тобой проще. Дмитрия Кантозавра беру. И вот кого-нибудь там. У нас очень много здесь вот. Сейчас скажут, бери-ка три летающих, да? Скорее всего, раз, два. Вот здесь бесплатно. Птерозавры. Подожди, не понял. А у меня что? А, пеликанемим. Это же не летающий, это же все, я понял, ребят. Пеликанемим — это у нас типа
от страуса. Ну чё, влупляем, тут сразу ему крышка с удара. Тыч. 548. Ну и стега тут тоже, естественно, ребят, ничего не сделает. Травоядники тут отдыхают против моих хищников, сам понимаешь. Даже не спасет тут защита его. Потому что мы с плюшки одной выносим. У нас 548 к атаке. Ну, молодец, молодец, красавчик. Так, можно мне забрать свои награды? Пожалуйста. Ну-ка. Так, 50 бакинских. И это бонитозавр. Бонитозавр есть. И 65 очков доверия. Блин, совсем чуть-чуть. Оу, у нас бонитозавр будет теперь доступен. Слушай, ну это прекрасно. Значит, остается у нас сразитесь за главный приз — дрожь земли. А здесь у нас... Блин, вот это вот без ограничений хочется пройти, если честно. Так, это вот кто? Это летун, да? Против летуна можно взять эниозавра. Вот против, блин, тира... Ай-яй-яй, а у нас есть? Ну-ка. 120... Да что так дорого-то? 124. А хохошечки не хохо. Ну, дозуха, может быть, взять против тиранозавра мода 2. Давай попробуем взять Нундазуха. Ну, я что-то не уверен, что это как бы поможет мне. И реликозавра, что ли, взять? Или Эдиоморфодона, да? Одного можно будет заюзать. Ну что, попробуем вот такой командой. Так, Тупуксуара будет получше, да, получается? Он возьмет тиранозавра 100% мод 2. Ладно, я вот так вот сделаю. Он переключится, мне кажется, сейчас. Он переключит. Да, он меняет. Йох! 635 к атаке. Ты серьезно? Он еще и... Нет, он не стал делать удар. Сколько у нас и ты делаешь? Да, тут-то как-то... Хорошо, я вот так вот сделаю, ребят. Будет интересно переключаться? Наверное, будет. Сменит, да, сменит. 645, ты серьезно? Сейчас от... Все, ребята, мы потеряли, ну, дозуха. Трэш. Ну, сейчас зато этот у нас звезданет по нему, да? А сколько звезданет он? Но мы можем, в принципе, вырубить его. Все слили, но победим. А вот что нам делать против тиранозавра мод 2? Пока для меня загадка. У него сколько там бонусных очков? 3. То есть он ушатывает мне, естественно, да? Ему 2, естественно, достаточно ударов. Там у него еще гибрид, блин. Так, а мы с тобой можем, в принципе, ушатать этого хламона. Раз, два, три. И взять защиту. Твою налево, я просчитался чуть-чуть. Я просчитался, ребята. Но посмотрим, что он сделает. Хорошо, что я защиту здесь все-таки подключил, малька. Неужели его шатает? Да? Ты прикинь? Здесь нас просто распетрушили. Угу. Что мы можем тогда сделать с тобой? Давай-ка попробуем так. Блин, я даже не знаю. Да не получится тут. Может, дрожь земли повоевать. Блин, там хотелось бы, конечно, победить, но твою налево, сложно, очень сложно. Давай-ка мы с тобой сделаем 3 ускорения, которых нам требовалось сделать. Ну давай Аланку возьмем. Это так чисто для понтовки. Аланка и... Здесь уже будет вот так у нас. Дирилофазавр. У нас тут Цератопс. Погнали. Аланка это так, для отвода глаз. Да, может быть, кстати, здесь динозавры будут такого же уровня. Ну, видишь. Аланке не повезло, потому что выпадает ей этот Трицератопс. Нет, ну если мы сейчас первым будем ходить, конечно, я могу поменять.
Не то, что могу, как бы и нужно менять, да, по большому счету. Против хищника, ну что он здесь выставит? Ну, гибрида, если только поставит. Летающего, да? Ну, опять же, я не уверен, что он будет офигенно. Он лимноринг. Мы его можем... А что мы можем? Мы пока ничего не можем сделать. Мы можем сделать вот так и вот так. И на следующем ходу его просто уничтожить. Если он... А не поставить себе, например, две защиты. Нет, он не поставит себе две защиты, потому что он уже одну очку потратил на атаку. А мы с тобой его петрушим. Причем в легкую. Так. Ну давай, выходите, травоядички. Вы просто лакомый кусочек для моего хищника, для моего дилофазана. Просто лакомый кусочек. Здесь вам ничего не светит. Нет, 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 это щекотка для него, понимаешь? Это для него просто щекоточки. Минус. Давай, 30 раз, выходи. Мой дефалозавр просто по тебе скучает. У него горькие слезы текут. Как он хочет тебя сожрать. Да-да-да-да-да, молодец ты какой. Ух ты. Смотри какой, а. Прыгки-то. Получи. Вот так, ребята, вот так вот все это делается. Ну что, я доволен. Ну, это арена, это пока начало, а потом, конечно же, потом там распетрушат меня только шорох. Ну, мы попадаем с тобой в Лигу Выживших уже. Так. Крутанем. Мне бы очки доверия бы. Дайте, пожалуйста, очки доверия. Или ничего. Или ничего, ребята. Пролетел мимо меня приз. Так, ну что, выживший, да? Здесь немножко будет уже посерьезнее противник. Ну, не настолько, чтобы так паниковать прям. Возьму я Лимносенеса здесь, на всякий случай, да? Плюс Пирораптора и ко всему прочему. И ко всему прочему я, наверное, возьму здесь Бонитозавра. Вот так. А вдруг летающие будут? Фиг его знает. Сейчас посмотрим, кого он тут против меня выставит. Так, Топижара, Стегозавр и... Блин. Топижара-то здесь не вовремя, ребята, не вовремя. Ну что, меняем на Бонитозавра? Сразу же, да? У него хищников здесь нет? Нет. Все, поэтому он только может поменять на Стегу. Но я как бы в этом не вижу смысла. Но ничегошеньки он не стал делать. И тогда я тоже ничегошеньки не буду делать. 4. 80, 80, 160. Не хватит ему меня пробить. Опять он ничего не стал делать. Так, ребят, я не знаю, может быть, он все, конечно, сливает на этого, но... Вылупляю все. Отлично. Иди отсюда. Значит, он на Стегозавра сделал большую ставку. Так, тебе придется потратить, ну, приличное количество. 4. Ну, ты понимаешь, что сейчас Пирораптор его... Захомячат с чайком, понимаешь? Просто как галетку. Как галетку его съест, посмотри. Раз, два, три. И вот так вот. Да. Как галетку не получилось. Но все равно, ребят, ничего нам не сделает. 27 атаки. Замучится пробивать. Меняет. О как. А вот это уже посерьезнее противничек. И знаешь, что самое обидное? Что я не знаю, как мы его теперь будем бомбить. Тут-то я его, конечно, шатаю. А как вот здесь вот быть? Сейчас посмотрим, сколько. 53. Оу, щет. Ребята, сейчас он все сливает в атаку, и у меня крышка. Лимносельс погибает. Ну, молодец, выкрутился. Я надеюсь, он не тупанет? Нет, он не тупанет.
Он не тупанет. Ну, ребята, мне не надо было жадничать. Жадничать в плане того, что я взял летуна очень слабого. Хотел просто отыграть его как можно быстрее. Ну, из-за этого и проиграл. Если бы не жадничал бы, естественно, порвали бы. Ну, ничего страшного. Сейчас мы все это дело исправим. Сейчас мы с тобой все это исправим. Возьму гигантозавра. Сюда же можно, в принципе, взять Гуанлунь и Тропегнат. Единственное, жалко, что в этой ситуации мы с тобой теряем доллары. Вот. Как бы проигрыши нам не делают здесь ничего хорошего. Так, смотри, Раджазавр, Диморфодон и Пирорептор. Вот такая вот компания у нас. Ну, что будем делать? Ну что будем делать? Будем брать бонус. Что еще тут делать? Раджазавр. Здоровье у нас с ним абсолютно одинаковое. Атакует. Ну а мы его, естественно, уничтожаем. Окей. Так. Диморфодон вылетел. Да, 108 атаки. Ему достаточно одну атаку потратить, да? Одну атаку и одну защиту взять, и все. А он так и делает. Хо-хо. Слушай, нам, наверное, лучше вот так вот сделать все-таки. Блин, да что ж такое? А, ну у него легендарный, правильно? Так, и вот так сделаем. Да ладно. Вау, мы вышли, ребята, ему кранты. Ему крышка. Он же все слил? Да, все слил, поэтому... Два, три, этого достаточно, да? И вот так вот сделаем. Ой, ёл! Да я почему так... Второй раз, ребята, я ошибаюсь. Второй раз. Да что ж ты будешь делать, а? Ну, вот это он, конечно, зря сделал. Все слил зачем-то. Одно очко оставил, да, себе? То есть, получается... Раз. Два. Три. Раз, два. Три. Ну да. Как он распределит, я не знаю, ребята. 4, если он все будет сливать, он может меня победить. Он меня побеждает. Что за фигня-то, я не могу понять. Второй поединок сливаюсь, ребята. Вот этот вот просчет мой бесит меня, когда я прикидываю, вот он все слил. Я увидел, что он меня ударил, и о, он все очки свои слил. На самом деле, нифига не все. У него там остается еще в закромах 1 балл. И вот. Надоело мне, если честно, фейлиться уже. Давай так. Так, и... Что-то хищника какого-то надо нормального. Давай, наверное, вот Раджазавра возьмем. Уже 10 долларов просто так выкинул на воздух, если честно. Аэротитан, стегозавр и раджазавр. Я сейчас буду просто охреневать, если мы и здесь с тобой свалимся. Нет, тут вроде бы нормально должно быть. Велосираптор мод 2. Ну что, мы можем, в принципе, сразу начать с атаки. Вот так вот. Будет он менять на травоядника? Или не будет? Будет, конечно же. Будет менять. Раз, раз. Вот так вот сделаем. Но. Ничегошеньки, да, не стал делать. Так. Раз, два. Раз, два.
5. Посмотрим. Атакует. Убьет, конечно, мне, наверное, аэротитана. Жаль, очень жаль. Ну, а мы с тобой рвем анкилозавра. Вот так вот я сделаю, наверное, да? И бонусы. Травояднику очень будет плохо, да, против ютараптора и велоцираптора. Прям такая вот боль. А раджозавр, если только выручит нас. 3. Смотри-ка, как получается хорошо, ребят. 167 здоровья у него, да? Ютараптора минус. Ну и остается велоцираптор. 5 очков. Тут ему достаточно, естественно, одну атаку провести. А вот раджозавр. Три. Почему три-то делаешь? Тебе надо было одну все. Ну ладно. Че, добиваем? Уничтожаем, точнее даже. Ладно. Так, ну что, победили. Долго я, конечно, тут что-то телепунькался. Именно вот здесь вот. И перейти, наверное, мы не перейдем с тобой, да? Но 12-ю позицию мы заняли. И... Что? Да ладно. Классические бойцы. Пеликанимим. Угу. И 65 очков доверий. Да блин, совсем капельку, ребят, осталось. Совсем капельку, и мы с вами возьмем легендарный пак. Так, ну что, я беру Капразуха, Диплодока, наверное, здесь. И... Тиранодона. Давай посмотрим, что у нас из этого получится все. Если первым будет хищник, это хорошо. Капразух, как говорится, с ним... Ага, с ним повозюкается. Тут и пастазух, и алангозавр. Отлично. Так, ну что? Ах ты. Ладно. Он сейчас поменяет, скорее всего, на пастазуха. Я же говорил, что поменяется. Так, пастазух. Оу, по-моему, пастазуху, ребята, кранты. Как ты считаешь? Я думаю, что ему крышка. Чпок. Нормуль. Майонгозавр явился и не запалился с двумя атаками. А что он будет делать? Две защиты, что ли, ставить себе? Давай проверим. Нет, он одну защиту, но ему крышка, короче. И алангозавр уходит. А, алозавр. Алозавр, точно, ребята. 95 к атаке, но здесь... Если сделает 4, он вырубит меня. Да, тут он вырубает Птеранодона. Ну, Диплодок, естественно, здесь нам не нужен. Со своими 48 атаками нам нужен вот кто. Вот этот парень. Раз, два. Раз. Вот так вот я сделаю. Естественно, ему уже деваться некуда. Он сейчас все будет сливать. Естественно, у него ничего не получится. И естественно, я его смогу уничтожить. Не стал делать ничего. Ну и все, тогда тебе кранты. Поехали, ребят. Давай разгон. Вот и все. Так, ну сейчас мы повышаемся с тобой, по идее, по лиге. Переходим в следующий ранг. Ну давай, показывай мне статистику мою.
Да, мы из выживших приходим в охотники. Лига охотников. Прекрасно. Крутим. И... блин, мне чтобы 300 баксов дать. Сейчас, секундочку, ребята, мы с вами заберем вот здесь вот награды. 40 очков от доверий. Эть, совсем не хватает чуть-чуть. Ребята, где у нас еще? Вот, это нужно собрать два мода. Да, давай соберем быстренько с тобой и как раз откроем пак. Легендарный. Давай эхо. Что-нибудь нам такое. Дай пак лучше. Лучше пак. Эх. Чуть карика буквально не хватило. Ладно. В любом случае мы забираем награду. И в любом случае у нас... да. Так, в канализуйскую веру нам надо будет зайти. Где у нас тут? Вот, чистое золото, ребят. Так, 100 баксов. И... ох ты! Танико Лагриус. Я вообще такого в первый раз вижу. Ну, такой мне не встречался, друзья. Танико Лагриус какой-то. Блин, а что вот за 20 тысяч? Это что такое вообще? Что? Уэрхозавр. Офигеть. А за, например, за 50 тысяч что там разыгрывается? Анкилозавр мод 2? Пш, за 50 тысяч очков доверий? Че, он там, например, такой крутой, что ли? Так, давай отправим Оуна. Здесь заберем, опа. Так, забиваем с собой потихонечку наши супер ДНК. Так, нам еще, блин, 4 динозавра нужно с тобой сделать. 4 динозавра прокачать до 40 уровня. Так, ребятушки, мы идем дальше. Подожди секунду. Давай мы, наверное, все-таки нажмем на активацию. Ай-яй-яй, подожди-ка, нам не сюда же надо, вот сюда, да? Вывести. Так, где у нас этот свежак? Все существа. Боссы, гибриды, амфибии. Так, он каким был там у нас? Подожди, он кем был-то? Вообще хищником или кем? Твою налево, я забыл, блин. Я забыл, какого мы с тобой получили. Так, ларек с мороженым, давай, наверное, разместим, пока не поздно. Пока при памяти. Пускай вот здесь вот стоит. Ну, если только так вот искать, смотреть. Уж легенду-то в любом случае. Так, новинка. А что, у меня этого нету? Странно, вот он. Нет, ребята, это хищник собственной персоны. А что он так быстро выводится? Всего лишь через... через 6 часов он будет уже у меня? Обычно у нас вот эти вот... а, ну вот это же просто легенда. А там бриллиантовый, да, бриллиантовый, как всегда, долго выводится. А этот быстренько. Ну что, продолжаем тогда битву. Еще, как говорится, у нас есть динозавры, поэтому так бесплатно. Возьму Афиагадона. А, мы же уже в другую лигу попали, да? Да, возьму Эрликозавра и Эдиоморфодона. Просто хочется посмотреть, сможем ли мы вот этой командой. Эдиоморфодон, конечно, мощный. Если у нас тут противник не будет травяной, мощный, вот, видишь. Шикарно, ну да зух там несчастный. И вот это я уже не помню то. Ну, понятное дело, что тут надо менять. Вот так вот. Как говорится, бог неба спустился, да? На землю. Картинка мне нравится, смотри, какая аватарка. Чувак там рыбу какую-то держит, да? Гигантскую. Меняет, естественно, что он еще может взять? Только Лемноринка, у которого 124 к атаке. Ты понимаешь, что если я сейчас тебе пропишу, гаденыш? А я тебе пропишу. Все, твои вот эти вот рептилии, которые там у тебя сидят, ну да звук и второй, они здесь ничего не сделают мне. Вообще ничего, просто щекотки будут мне делать.
против, извини меня, Эдиоморфодона у тебя нету шансов вообще. И это, ребята, у нас Эдиоморфодон, он еще не скрещенный, ты понимаешь? То есть мы можем их соединить. Но я специально так не делаю, чтобы у меня было два. Два, как говорится, по десятке, чем один, но 20 уровня. Так мы с тобой намного больше выигрываем. Так, ну что, микропозавр, даже если ты все сольешь в атаку, мне ничего не будет. Ты меня не уничтожишь. Ну, а мы с тобой добиваем его. Вот как-то так. Ну, сейчас, конечно же, будет очень долгое такое продвижение, потому что... Это поначалу все быстро-быстро-быстро. Это как в черепашках мы с тобой, когда бустуем, у нас все быстро идет. А потом, ну, такое вот замедление. 40-я позиция. Так, и что же нам тут? Эть, хотелось бы он тот пак получить. 60 ДНК. Ну что, у нас еще есть? Да, есть. Я возьму, наверное, птеродактиля, алангозавра и тиранозавра. Вот так вот. Алангозавр, у него 804 здоровья. Ну, согласись, там бизоны есть такие мощные просто. Опа. Кеца, афиакадон. И кто там? Третий кто? Ага. Понял. Ну что, вырубаем тогда сразу же его, да? Бамс. Картинка такая. Чертик какой-то, да? Так, ну что ты будешь делать своим афиакадоном? Да ничего ты не сделаешь. Ну что, 111 атаки. Ну, 2 сделаешь. Нанесешь мне 250 урона. И все. Ну, так даже пускай сделаешь. А мне достаточно одну атаку ему сделать. Одну, ребята. Но мне придется 2, потому что у него 100% защиты, да? Ага. Все. Ну и остается вот этот вот последний. Это коллаборинг. Естественно, тоже уже, можно так сказать, трупешник. Он еще, правда, об этом сам не знает, но он уже трупешник. Что он там сделал, я не знаю. В любом случае, ему крышка. Да. Шикарно. Все очень хорошо, все очень красиво. Легенды рулят. По-другому быть не могло. Итак, 10-я, ребят, позиция. Было бы вот чуть-чуть побольше у нас динозавров, мы бы могли еще один поединочек. Блин, хотелось бы классических бойцов получить. Может быть, как-то нашкребем, не? Не получится нашкребти. Ну, анкилозавра брать, ну, я не знаю. Да нет, наверное, никак не получится, ребят. Так, нам нужно с тобой еще сыграть в кайнозойскую эру. В ПВП. Тремя разными. Раз, два, три. Погнали. Ну-ка, ся. Да всегда, вот я смотрю, ребята, всегда этот лось, всегда вот эти вот, откуда, как вы их так быстро прокачиваете? Я вот до сих пор этого никак не могу понять. Фух. Ну что у нас тут? Он ходит первым, да? Менять он будет, интересно, животное свое, нет? Нет, он атакует. Он сделал мне атаку. А я тоже тогда атакую. Вот так вот. Чтоб пусто ему было, да? Но сейчас он будет менять, 100% тебе говорю. Нет? Удивительно. Удивительно, ребята, что такой он дурачок. Так. И вот так. На. Так, ну что, лося мы этого подбили. Мегистокурус. Ага. 233 атаки. Понятно, его ушатывает, понятно. Все, молодец. А теперь, что теперь? Оу, щет. Тихо, тихо, тихо. А как же быть-то нам? Я не знаю даже, ребят.
Атака у него, конечно, заоблачная. Проиграем, наверное, здесь. Хотя, нет, я не знаю, что. Давай в атаку. Всего лишь 500 ему нанесу урона, ребята. Это мало, 600 даже. Короче, мы мамонта потеряли. Верно? Да, ему достаточно двух атак. И мамонт мой рассыпался. Ну и что? Все сливаем для того, чтобы уничтожить его. А дальше-то вот этот идет. А этот у меня сейчас бомбанет. Да? For Arrakis. The battle for Arrakis. Дюна. Ну, проиграл. Но моя цель была, ребята, сыграть здесь. 6, все в атаку сливает, как я обычно это делаю. Если бы у меня были бы хотя бы какие-нибудь там легенды. Он, правильно, у него два гибрида прокачанных, почти топово. Так, ну что, мы забираем с собой наградушки, да? Здесь и вот здесь. Давай, открывай. Деньги, еда, 35 долларов и опять еда. И плюс 95 очков доели. Ну, грубо говоря, уже почти тысячонку одну мы с собой накопили. Так, ну, как ты понимаешь, пока мы больше ничего с собой сделать не сможем, потому что все динозавры у меня в откатах. Так что, друзья мои, вы просили серию, да, кричали мне в комментариях, Рэй, где юрский, как говорится, юрский мир. Вот, ребята, я сыграл вам в юрский мир. Ну что, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.